Ready, steady, go. Пыхнуть не хотите? А есть что? Да. Че? Травка. Муравка? Или какая? Муравка. Ай. По мне попали. Пиздец, меня лёжа тут пытались скинуть с самолёта, нихуя себе, блядь, новые страты. Жёстко. Во-во-во. Чел, сейчас кем-то нахуй. Тра-та-тай, тари-та-тай. Марк, так он не продает, он только пыхает. Че куда? На рожок? Пирожок? Съешь меня, дружок. Алло. Да, починки. Возьму бегали, пойду по домам ходить, а то что-то реально так не поем. Ебать ты лох. Либо будешь? Нет. Идрал, нет. Рек? Сосал, блядь. Так, что тут у нас? На церковь, короче, вроде как. Один челикс, и все. В смысле, тут пати целая падает на пижаму енота. Трое минимум. Басса близвуют. Бля, чё за хуйня? Что за хуйня? И хули ты... Блядь! Извини, Ваня. Пошёл нахуй. В смысле? Хотел сказать, хули ты доебался, ко мне заходишь? Это, блядь, не ты оказался. Да сдохни! Наконец-то. Тут чел рядом со мной в доме. Ребят. А я Рокки Бальбоа, если чё. Держу в курсе. Рядом со мной в доме чел. В каком именно? В трёшке? В красном, в двушке. В каком доме, блядь? Ты бежишь в этот дом, он в нём. Ну это трёшка. Ты чё, урод? А. Он в нём, инфа 100. Давай смотрим её. У меня есть флешку ему дать? Это к флешке вопрос. Блин, а в этом доме можно залезть на крышу? А он чё за говно? Да? О, наконец-то. Так, в этом доме, походу, нельзя. Красиво, джигурда. Это плеер.
Сейчас поест, мне кажется, нормально. Так он и хотел так. Yeah. Я специально нафидел просто. Поебать как бы на команду. Чисто, блядь, нафидел, чтобы поесть. Вообще похуй. Приятного. Нашел кому говорить. Согласен. Так вообще не поступают. Это очень плохо. Нужно терпеть. Так только телки поступают. Два челика, да? Из их тима. Чё за... Что-то хавать захотелось. А есть еще? Не, нет. У меня вообще нихуя нет. Пиздец. Так когда пойду гулять? На голодный желудок плохо, Игорь. Не, я всегда на голодный желудок ебашу. Плохо. Дрыгать. Так нельзя. Так в смысле, ты берешь выпивку, берешь хавку и все, ебашь. Ну, желательно сейчас сначала пожрать. Хотя смотри, что ты будешь пить. Вообще думал вискарика шлепнуть сегодня. Давно не пил. И знаешь, почему, как все звезды сошлись? Почему? Я вот сегодня был в своей парикмахерской барбишопе. Барбишоп? И там под конец... Да, и там под конец бороду смазывают маслом. Вот, обычно там выбор классическое обычное, который вкусно пахнет, как шампунь. Или острый перец. Вот. Я обычно беру классический. Сегодня еще третий появился, там ирландский виски. Он так запах, и мне прям понравилось. Хуя себе. Да. Ты че тут? Проблема? У меня в шлеме нет. Че пришел? Я не нашел ни одного. А ты че пришел? Это победная Сузи та самая, если че. Помнишь, что у меня до сих пор нет шлема? Какой броник в этом тарельчике маленьком? Сузиха не лузая. Ясно. Горяк лежит. Ай, ай, где? Бегу. Блять, где дверь? Там тачка в гараже стоит. Может, на аэродроп поедем какой-нибудь? Мы в центре? Блять. Дага. Нет, мы не в центре. Вот кряк. Какой кряк? Да вот кряк. Тут. Тебе надо или что? Мне надо. Да, да, да. Очень, очень, второй, очень сильно второй, надо. Второй броник вот этой маленькой. Взял броник. Взял броник. Собаку. Блин, короче, скинул в бочку. В очко? Калаш с могу чем? Могу поделиться подделом. С кем-нибудь. С кряком. Интересует чем-нибудь флешка? Ну, мне X4 вот. И Excel. Географически. В принципе, okay. Мне ничего не надо. Да, но тебя интересует? По X, если есть. 4. На. Телека, оставшись. Лампочка. Блин, ямочка хуёвая, наверное. Ай-яй-яй, по мне сзади дают, ребята! Откуда мы пришли? Помогите, помогите, пожалуйста! Блять, в рот ебал. Сука, сын спидозной шлюхи, чтоб ты нахуй сдох. Уёбище тупое. Взял, блять, выследил и добил меня. Пиздец, Игорь. Я, блять, уже залез за стенку, и он меня добил. Ёбаный рассинхрон. Или, блять, ногу на меня в пятку. Он вроде из дома или хуй знает. У меня все было идеально. Кряк с X8, блять. Так бывает. Уебан. Тупой. Уходим отсюда или что? В смысле, уходим, блять, за игры там сильно. Понял. Как с X8, блять. Чтоб у него хуй отвис. Слышь, был, тут где-то. В доме за гаражом, по-моему.
Нет там никого? Блять, ну я где-то слышал шаги прям. Блять, он на балконе ждал. Ебать, я испугался. Просто за углом уёбок. Я тебя он в доме уже слева. Слева, ну ты чё, не слышишь?